качественно делать. Вот. Ну и вот. Медаль. В смысле медаль? Не медаль, мне кажется. Монета. Ну, на монете должен быть номинал. Я знаю, нет номинала. Ну, но если нет номинала, нет монеты, значит. Ну, нет, так нет. Не, ну монета же должна быть с номиналом, не бывает. Я знаю, я в банке показывал, но сказали, да, без номинала, вот и ничего понимаю, сейчас не делать. Поэтому я к вам пришел. Они понимали хоть что это такое? Ну нет же номинала, откуда не понятно. Я Сбербанк сдал золотые монеты, которые у меня были, там они приняли с номиналом. Ну, вы золотые Сбербанк сдали. А эти не сказали, куда сдавать? Эти нет, но они сказали, мы примем один к одному. Я сказал, один к одному мне неинтересно. Когда я нумизматом скажу, может, они еще поинтереснее скажут. Ну, бы принесли бы вы золотые, я бы сказал, поинтереснее там что-нибудь. А это точно придется вам сдать в магазин. Я не против. Коллекционировать дальше, нам не надо это все. Я не разбираюсь, я же говорю, дилетант. Я вот поэтому думаю, дай-ка я к вам зайду. Может, что интересного расскажет. Ничего не стоит. Нет, не это. Если бы они увидели здесь дорогие, они бы тоже забрали их. Там 3 монеты дорогие. А, в смысле, и все. Из 10 рублевых, да? Назад сваливать? Ну, конечно, да. А ребятам на улице есть смысл, что я не так же скажу, что план никому не нужен? Все, не надо никому. Оставляйте на будущее. Ну, я просто лет...